программы, которую восторженно аплодировали зрители всего мира. В этом году, дорогие друзья, празднует свой юбилей. Вот уже 20 лет он радует нас яркими, зажигательными танцами, исполнительским мастерством, новыми постановками. А сегодня он представил вашему вниманию премьеру хореографического спектакля «Билет Юпятила» «Великий шелковый путь». Спасибо ансамблю за этот феерический спектакль, за те эмоции, которые они нам сегодня подарили. Солисты ансамбля, заслуженные артисты Республики Татарстан, Лилия Политова, Татьяна Мифтахова, Алгиз Файзулин, Денис Филатов, солисты педагог-репетитор Алексей Егоров, солисты Сергей Ефремов, Ренат Мифтахов, Александр Островский, Наталья Егорова, Эльвира Сунтеева, Рузанна Махмудова, Гульнара Гимаева, Роза Омцыева, Гульнара Загидуллина, Евгений Наумов, Данил Габасов, Ильну Галиев, Миляша Кабашова, Александра и Артем Щетинины. Главный балетмейстер ансамбля, заслуженный зритель искусств Республики Татарстан, Ванис Исмагилов. Балетмейстер, заслуженный артист Татарстана Эльдар Хамидуллин. Директор ансамбля, народный артист Татарстана Полиса Нигматуллина. Режиссер, постановщик спектакля и балетмейстер, заслуженный деятель искусств Республики России Валерий Архипов. Художественный руководитель ансамбля, народный артист Татарстана Чулпан Загирова. Юбилеем ансамбль танца «Казань». Начался отсчет третьего десятилетия. Не может быть таким же ярким, таким же незабываемым и таким же радостным. Дайте нам радость, дорогие танцовщики. Еще раз, ансамбль танца «Казань» с юбилеем!